Благодаря этим людям в первой половине 20 века на карте губернии появился город Новокуйбышевск. И была построена одна из самых крупных в Европе гидроэлектростанций – Куйбышевская ГЭС. В Самаре в день памяти жертв политических репрессий вспоминали тех, кто боролся за светлое будущее страны, но попал в жернова тоталитарного режима. Место сбора в областной столице неизменно – мемориальный комплекс «Спас» в парке Гагарина. Каждый год, 30 октября, жители приходят в парк, чтобы возложить цветы к памятнику репрессированным. Некоторые читают стихи собственного сочинения в память о погибших. В день памяти жертв политических репрессий мы вспоминаем о страшных событиях в историях нашей страны, которые никогда не должны повториться. Миллионам безвинных граждан, представителям разных сословий и религий, довелось испытать на себе ужас социальных потрясений. День памяти установлен постановлением Верховного Совета РСФСР от 91 года. В Самарской области с 1992 действует Ассоциация жертв политических репрессий. Она объединяет многие города региона – Новокуйбышевск, Тольятти, Сызрань, Самару и другие. Членами ассоциации являются разные общественные объединения реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Мы добиваемся чего в своей работе? Ну, то, чтобы хотя бы наши дети и внуки, да, все это понимали и относились к уважению, вот, вот этому поколению, которое здесь стоит, вот, которое отдало все стране, которое сейчас ваше поколение отдает. Это говорит о чем? О жизнеспособности нашего общества. Подсчитать точное число всех репрессированных невозможно. Как отмечают эксперты, безвинно пострадавших миллионы, и значительное число их нигде не было учтено. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.